Дорогая Кариночка Кадирова. Мотивастар. Делаем людей счастливее. Ты зачем на улицу выходил? Я... Я засекли тебя, понял? Как? Слушай, а ты чтоб такой умный быть, ты что делаешь-то? Книги читаю. Ага. А я рыбу ем. Двоечник Полежайкин покорил всю страну своим обаянием 12 лет тому назад. А в этом году внешний вид актера изменился до неузнаваемости. Он похудел на 40 килограммов. Михаил Казаков. Не узнать. Только улыбка осталась такой же прежней. Сколько вам было лет, когда вы снимались в сериале, и сколько сейчас? Сейчас 31, и я такой года полтора-два примерно. Мы вас с вашим мужем Тимуром поздравляем со свадьбой 28 декабря 2019 года, которая была. Извините, что не успел приехать, но желаю вам счастья, счастья, еще раз свое счастье. Это самое главное, что можно пожелать. И, конечно же, спасибо вам, скажет огромное, ваш сын, за то, что вы назвали его Домиником. Потрясающе красивое, нежное, искреннее имя. Мотивастар. Делаем людей счастливее.